прозвучал свисток и начался второй тайм. 1-1, я напомню, счет был. На перерыв, соответственно, конечно, неизвестно пока, кто одержит победу. Агнесиан. Хорошая ударная позиция у Эрика только что была. Два человека всячески мешало пробить в коридор. Ну, как видим, все равно удар удался отчасти. Король. Далеко не лучший удар в этой ситуации. Дальняя просто была манила для туда, будем так говорить, для попадания в ту зону, но... Янчук перехватывает, рыбок. Демьянов там поборолся. Агнесян дал передачу в ноги. И правильно, зачем? Настолько. Попробуй такую передачу, потом и обработай. Король. Удается Остапенко зафиксировать данный удар. Агнесян. Водня. Давал передачу по бровке на Колганова. Ну, передача не дошла до адресата. Просто перетянул Фомин с вводом аута сейчас. Люксор хорошо смотрелось, Бурда, от него зависело все, и прям идеально сыграть не смог. Андрей Мироненко, Мамед Ибрагимов. Сумбурный футбол сейчас. Хороший сейв от Стеценко. И второй раз. Ну как помогает сейчас Павел Докс. 5 уже сейвов сделал. На секундочку против одного. Остапенко на Андрея Мироненко. Через коридор попробовал пробраться. Тут аут будет для Люксора. Тайм-аут у нас. Очень ранний тайм-аут от Wild Dogs. Дима, Дим, уточни у Wild Dogs, кто на воротах сегодня? Дим, уточни у Wild Dogs, кто на воротах сегодня? Да, да, Стеценко или Запорожец, а то я не понимаю.
на воротах Стенка. А приехал Запорожец сейчас, правильно? А приехал Запорожец сейчас, вот этот парень в черном. Все, спасибо, спасибо. Остапенко на бурду. Король пойдет сам в обыгрыш. Это было видно, опасно на самом деле, позволяет себе вот так поиграться. Дриблинг от Запорожца. Неужели не потеряет мяч? Ну, Бурда с трудом, как говорится, и потом так и отбирает мяч. И король, дальняя попытка. Удары очень острые получается у короля. Бурда все его пробивает. Как, если посмотреть на игру Стеценко сегодня, вроде бы и не идеально он фиксирует данный мяч, но ошибок-то на сегодня особо не допускал. Андрей Мироненко на Мемета Ибрагимова. Сопровождает мяч Колганов, Фомин. Оганесян, хороший отбор от Эрика, сейчас есть шанс забивать. И вот то, про что я говорил, Стеценко тут тоже не дает себя переиграть. По-моему, лишь только аппетита, в общем, появляется больше от таких сейвов у Владислава. Амин. Догонит этот мяч король однозначно. Пробует обыграть, обыгрывает, бегает во фланг и прострелить как следует не получается. Сетку там мешает все сделать. Андрей Миронин. Оганесян. Хорошая от Бурды, перехват на перекате играет. Опять же Стеценко не удается переиграть. Ну, Люксор сейчас как следует придавил своего оппонента, своего соперника. Андрей Мироненко, нужно быть осторожнее, потерял сцепление. Очень важный момент, где мог забивать Колганов. Будут желтые карточки и
Есть желтая карточка Колганова. Мэтт Ибрагимов. Оганесян. Забивает Эрик. И как же хорошо забивает Эрик Оганесян на 29-й минуте. Ну, что тут говорить. Вот как нужны такие удары в таких матчах. Опасное столкновение, нужно остановить игру. Лежит свой же игрок, а вот Wild Dogs продолжает атаковать. Чувствовали, что могут забить сейчас. Классно тут почищает Фомин, успел вернуться. Люксор, вот буквально недавно забили гол, крайне важный, и вырвались вперед. Конечно же, сейчас Wild Dogs будет вынужден бежать, атаковать, создавать моменты, что-то придумывать. Запорожец не точно на Дорогина. Водня каким-то чудом достал этот верховой мяч. И Мамед выбил за пределы поля. Ганов. Переступ немножко прочитался в данной ситуации, поэтому обыграть ему не удалось. Отыграл на Фомина. Запорожец. Фомин. Классный проход от Оганесяна. Играет налево. Там как-то Бурда Максим пытался дать передачу на Бодню. Запорожец. Идти Запорожец можно сбрасывать. Отдал назад. Комбинация читалась. Предсказуемо все-таки играет для Люксора сейчас Wild Dogs. Это, наверное, основная проблема. Фомин. Остапенко на Оганесяна. Эрик. Финтит. Эрик попробовал раскрывать Фомина. Ну, сильное качество, достаточно оборонительное Фомина. По мнению судьи, просто не успел ногу поднять, переступить. Нога игрока Люксора уже стояла на поле, протянулась, будем так говорить, и завершила свое действие, чтобы это считать как фол. Король. С мячом навешивает король на Фомина. Фомин головой. Ну нет, Остапенко такие мячи, да не пропустит все-таки. Потому что слишком нужно расслабиться. Остапенко сбрасывает на Бурду. Заброс. Фомин обработал мяч. Очень полезно, кстати, там открылся сейчас 15-й номер Wild Dogs'а.
Запорожец открывается, считается передача Андрея Мироненко, просто блокирует ее. Шесть минут до конца встречи, почти что три четверти второго тайма отыграли команды. Не выглядит Wildbook, что близок к забитому, но вот сейчас король за счет прекрасных своих индивидуальных качеств, все-таки вот он умеет на себя брать игру и может, я думаю, себе это чаще позволять, чем другие. Король. И берет команда Luxor Timeout за 5 минут и 30 секунд до конца. Да. Вот тут могли быть проблемы у Стеценко. Пока что максимальная интрига в этой встрече сохраняется. Мироненко на Мемета, Ибрагимов. Чук, Бурда. Намного опаснее сегодня выглядит Luxor. Все-таки закономерно они первые забили, и вот сейчас они тоже повели в счете. Трудно будет без Максима Кононенко, к примеру, стараться создать проблемы для Luxor. Прежде всего, потому что очень похожи друг на друга играют команды. Запорожец попробовал обыграть пяткой. Идеально это не получилось сделать. Андрей Мироненко. Финтит Андрей. Бурда на Мемета Ибрагимова. Потом Бурда. Андрей Мироненко, Мемет Ибрагимов, Бурда. Андрей Мироненко, хороший проход, слева пробил. Фомин. Хороший проход запорожца, дальше подстраховывает тут же сразу Бурда. Ну, классно, конечно, Luxor организованно обороняется даже против Киевради, которая внутри лиги уверенно обеспечивала себе чемпионство раньше, чем того могли ожидать другие. Thank you.
Фомин. Финтит Фомин. Прострелил с острого угла. Ну, тут некому замыкать, друзья. Просто некому. Полторы минуты. Верил я в то, что Wild Dogs сейчас забьет, ну, разве что только если индивидуально удастся пообыгрывать, там как-то разыграть. А так тактически к этому не идет ничего. Команда играет до последней секунды. Имет Ибрагимов на Оганесяна. Рик с Мэметом обыгрался, снова Оганесян. Сегодня очень полезен он для своей команды и не последнюю роль сыграл как раз таки, а главную за последним забитым мяче вместе с Мэметом. Очень полезно они сегодня разыгрывали. Ну, а Ибрагимов вообще сегодня сделал и гол, и голевой пас. Какой-то конфликт. 34 секунды до конца. Запорожец. Алганов. Остапенко далеко забрасывает. Свисток по завершению. 2-1. Минимальное преимущество, но все-таки зарабатывает себе Люксор. И 3 балла в копилку, чем их и поздравляем в этом 13-м туре.